Ага, внимание, отойдите вы. Смотрим все. Тоже славное растение, про которого многие знают. Правда, здесь ему не повезло, уж больно дурацкий условия выросло. Часть цветка выцвела. Вообще-то весь цветок такой же голубой, как лёд. Нет. Во-первых, василёк василькового цвета, а отнюдь не голубого. Васильковый оттенок совершенно другой. Кстати, видите, и опять откроются они только встречи, когда будет не настолько жарко. Так? Значит, молодой цветок ярко-голубого цвета. Это одна из знаменитых. Это более старые, растущие на открытом солнце. Как видите, сами цветы какого цвета? Фиолетовый, ярко-фиолетовый. А это места, где уже цветы отцвели, и здесь завязываются семенные коробочки. Ага, вот смотрите, как выглядит полностью цветущая стрелка. Вы видите, они ярко-фиолетовые. Шалфей? А это шалфей. Разумеется, это шалфей. Смотрите, сорвите лист шалфея. Один, вот давайте отсюда, чтобы не уродовать другие травки. Разотрите между пальцами и понюхайте. Вот, держите половинку моего листика. Ага, а вот это что такое? Ну, давайте. Пока не устанете, я буду отвечать на вопросы по поводу всего. Три быка. Понятно. Мы пока не имеем полностью шифрового, все взаимодействуют. Вот мы там собирали куски базы.